Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале «О здоровье», Елена Мищенко в студии. В эфире новости Центральной Азии. Сегодня в выпуске мы расскажем. Всемирный банк выделит деньги на 3 новых проекта в Таджикистане. В Казахстане планируют усилить наказание за призыв к массовым беспорядкам. Гурбангулы Бердымухамедов покатался на новом спорткаре BMW. Всемирный банк выделит деньги на 3 новых проекта в Таджикистане, которые направлены на образование, здравоохранение и социальную защиту населения. Сейчас Всемирный банк финансирует 25 проектов в Таджикистане на общую сумму около 1,5 миллиарда долларов. Среди них, например, новая система водоснабжения в южных районах Атлонской области, а также 26 высших учебных заведений Таджикистана, получающих финансирование в рамках проекта высшего образования Всемирного банка. В целом, с 1996 года Всемирный банк предоставил около 3 миллиардов долларов в виде грантов, льготных кредитов и целевых фондов для Таджикистана. В Казахстане планируют усилить наказание за призыв к массовым беспорядкам. Соответствующий законопроект рассматривают в Сенате парламента. Планируется внести поправки в статьи Уголовного кодекса, которые усилят ответственность за призыв к массовым беспорядкам, а нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Согласно новому законопроекту, в Уголовный кодекс намерены ввести новый состав правонарушения – жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение. Также планируется увеличить срок наказания за хулиганство, совершенное в составе преступной группы, с 5 до 7 лет лишения свободы. Остальные нормы законопроекта, по заявлению министра внутренних дел, направлены на расширение прав осужденных и усиление ответственности за преступления в сфере быта. Экс-президент и отец нынешнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов покатался на новом спорткаре BMW. Председатель парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил гоночный трек МВД в Ашхабаде и протестировал новые спортивные автомобили. Бердымухамедов осмотрел коллекцию спортивных автомобилей BMW и подрифтил на двух из них – моделях BMW M4 первого и второго поколения. Стоимость такого авто стартует от 110 тысяч евро. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои мнения в комментариях. А мы с вами встретимся завтра на канале Аздару.